угощают очень вкусной едой. И даже можно взять кофе на миндальном молоке. На мероприятиях Орг всегда отличная организация, всегда четко соблюдается тайминг. Они всегда отвечают за качество лекторов, за интересной информацией. Я безумно рад принять участие, поскольку ты каждый раз встречаешь огромное количество знакомых лиц, ярких, замечательных молодых врачей, которые с диким желанием рассмотрят то, как мы делимся своим опытом. Сегодня, когда мы встретились с коллегами. Это мероприятие полезно, во-первых, количество спикеров, которые здесь выступают, поскольку спикеры все известные, чем ходить на каждого по отдельности, можно прийти и послушать сразу всех, плюс иностранные спикеры. Сегодня с нами, наверное, больше 300 в совокупности ортодонтов, которые пришли сюда. И за те 13 лет, что мы проводим мероприятие, можно сказать, что тысячи и тысячи врачей посетили этот формат. И для нас, конечно, вот эти сияющие глаза со сцены, когда я открываю мероприятие или провожу, это самая лучшая благодарность для нас, это самое лучшее вдохновение, которым мы напитываемся, создавая уже там следующее мероприятие. Давайте с вами, а? С вами, с вами. Тоже здорово.